В Казанском федеральном университете проходит конференция на тему «Финансовая грамотность». Республика Татарстан – один из регионов, который стал пилотной площадкой повышения финансовой грамотности населения в Российской Федерации. 1 июня 2017 года в стенах Казанского федерального университета завершается обучение повышения квалификации преподавателей в области финансовой грамотности. Образовательная программа стартовала 27 марта и закончилась 21 мая. Она проходила с использованием дистанционных технологий, то есть преподаватели обучались на дистанционной основе с использованием различных образовательных технологий. Аурелия Сташкова, Влад Михневский, Универньюз.